деревня Вазелинцы. Канал графа какого-то. Сложно сейчас вспомнить. Красивые бакины. Иногда здесь ходят даже корабли. Небольшие баржи толкают. Мы сегодня поехали на вечернюю рыбалку на пару часиков с Тимофеем. Помаши рукой. Испытываем. Сегодня он засидит за рулем. За румбелем, точнее. Будет нас катать. Что хочешь поймать? Какую рыбу? Щуку да, леща. Ну, леща нам не поймать на спиннинг. Судака лучше скажи. Судака. На сколько килограмм? На полтора. Ну, это ничего, нормально. Ну, будем надеяться, что так и получится. Погода холодная. Только недавно шел дождь. Сейчас ненадолго вылезло солнце. Возможно, оно уже и не уйдет сегодня. Ну, попробуем. Все тот же канал. Мы направляемся к озеру Зоулумскому. Где-то где было ловить? Что будем? Попробовал ловить. Вот. Канал, кстати, называется Северодвинский, мы вспомнили. Можно попасть в Кубинское озеро. Переехать в ту сторону, куда камера смотрит. А в ту сторону можно выйти в реку Шексно. А дальше Белое озеро и так далее. Вплоть до Балтийского моря получается. Выходим из канала Зоулумское озеро. На выходе нас встречает два бакена. Красный, белый. Есть небольшое волнение, да, сегодня ветер, наверное, 4 метра, поэтому даже эту лужу немножко раскачало. Там у нас деревня Перхина, и там вот за мысом вдали будет деревня Суховерхова. Большая волна, конечно, присутствует. Заливать нас еще. Не успели выйти в озеро, вот первая поклевка, первый окушок. Конечно, совсем мелкий. Но мы его, конечно, отпустим, да? Да. Пускай подрастает. На, держи, смотри куда. Тут нашли островок. Тут нашли островок какой-то. Не знаю, вот. Что тут вообще есть еще? Сейчас посмотрим. Ну, хотя тут вот. Что это за цена? Сломаны. Столы. Зачем они тут? Наверное, рыбаки приезжают, так ставят столы на перекус. Ну, а тут что? Тут камни. Тропинка куда-то туда ведет. Тропинка куда-то туда ведет. Что интересно, тут все остальное, что и должно быть в лесу. Рыбаки, ну сейчас мы пойдем по тропинке, по какой-то, хотя не знаю, по какой именно точно. Она куда-то должна привести все равно, или просто в тупик. Никто не знает, что там. Вот так все это видно. Чего? Ландыши. Вот ландыши. Ландыши красивые. Не буду срывать, потому что на исчезновение.
Сейчас вы книгу запишу. Папа, ты не помнишь, с какой бы тропинки шли? Тут две тропни. Да. Это моя первая поклевка, маленький окушок. Ну, в принципе, довольно хороший вот. Доволен? Доволен. Так что такую рыбу мы возьмем и отпустим. Да, неплохой окушок. Хорошо, вот, ну там какой-то пруд. Если камера настроится, то... Такое оно Золомское озеро. Тяжелый, ты прав. Ловлю-то это. Сука, тут ставь 130, 120, 130 ставь. Я 130. А? Я 130 ставлю. Нет, мало, ставь больше здесь. Деревня Суховерхово. Ну, в тот залив мы сейчас направляемся. Там вдалеке виднеется какая-то гора. Сейчас мы попробуем ее немножко приблизить. Не знаю, что это за гора. Может, Паура? Но она, во всяком случае, намного выше, чем ближайшие окрестности. Если подплыть ближе, если подойти, то она вот еще больше. Подошел, посмотрел. Завтра вдалеке увидели какой-то корабль, наверное, буксир. Мы сейчас попробуем приблизиться к этому кораблю и поближе его рассмотреть. Может, это будет там знакомый корабль. Такой судачок. Подержи ее, держи, вот. Бери двумя руками, сюда под глаз, под жабры ему ставь руку. Вот такая примерно рыба. Ну давай, че, говори, как тебе понравилось ловиться. Супер. Супер, особенно рыба. Вечер, видишь, начал склевать судак. Правильно выбрал воблер. Поздравляю. Давай телефон. Вот тут плывет, оказалось, это буксир. Ой, в траву мы забыли. Это оказался такой вот небольшой буксир, который тащится. Это в траву заехал. Ну, вот, снимай, давай. Снимай. Это... Это буксир, это там? Буксир. Закат на Золомском озере. Оп. Вышла луна. Вышла луна. Заканчивается наша рыбалка на сегодня. Мы снова на входе в канал. Да. Правда, поймали судака и опушка. Немножко, но для этого озера неплохой результат. Тем более судачок. То есть не очень большой. А
такой нормальный. 3 часа рыбалки, я считаю, что пройдено. Прожито не зря, да? Надо было бы еще рыбу поймать, чтобы было совпало. 3 рыбы, 3 часа. Ну да. Она пыталась, но никак не могла клюнуть. Клевала, клевала, но так ее не вытащили. Потому что потом разогнался быстро, а рыбы не успела. Вот и все. Ну ладно, на этом заканчиваем это видео. Еще раз виды из Омского озера. Высветилась луна? Да, даже видно луну. Рыбу-то будем ловить? Конечно, будем. Какую рыбу ты хочешь поймать? Судака, окуня или щучку небольшую. А уху будешь есть, если поймаем рыбу, сварим ее? Буду, только мы еще не знаем, поймаем или нет. Вот. Все понятно. Пожелайте нам удачи. Кирилловский район, как обычно. Сегодня у нас почему-то по странности не клюет. Но мы не расстраиваемся, еще время есть. Может, приближаемся к деревне Суховерхово. Озеро Заулумское. Папа начал кидать мой спиннинг. Не знаем, поймаем или нет. Может, и не поймаем. Заломское озеро. Вот опять ничего.
плавают комки пены такие вот. Не знаю, от чего они образуются. Тут такой вот объем. Тут, наверное, много рыбы, если не считать траву. Мы не знаем вообще. Сколько рыбы скрывает это озеро для рыбаков. Главное, чтобы у нас она была. 9 часов вечера. Почти. Почти, да. 3 августа снова. Снова озеро Зауломское. Где-то здесь был заход, чтобы нам наломать дров для костра. Пока найти не можем. Такой вот закат. Закат. Рыба все так же не ловится у нас. Попробовали, кидали спиннинг, ничего не дало это. Ни вертушки, ни поппер. И мы останемся сегодня без ухи. Надеюсь, то, что ее взяли. Ну хорошо, хоть взяли чего-то. Вот, пытаемся что-то поймать. Папа думает, что что-то есть. Сейчас мы на это взглянем, что папа поймал у нас. Но не дает. Рыбу-то не хитро. Заката у нас пацак типа не раскручен. Что-то есть там. Что-то там есть. Вот, смотри. Судачок. Судачок. Пустить можем. Сюда. Взяли. Во! Рыба какая! Смотрите! Смотрите, какая вот у нас рыба. Судачок. На Зауломском озере есть судачок. Не знаю, правда. Эх, в этот раз пап меня вложил, не я его. Че, уха теперь у нас будет? Вот, наконец-то, первый поклёв. Ужин? Ужин на природе. Ужин на природе, на острове. Костёр не горит, дрова сырые. Палатку поставили. Дым есть, огня нет. Водка где-то там. Уху поварили, уже съели. В этом котелке. Сейчас едим макароны. Угу. Сосисками. Как, понравилось спать-то в палатке? Да, понравилось. Ничего не снилось страшное? Нет. Их и снилась одна большая рыба. Птица вчера какая-то бегала, слышала, ты говоришь, что за зверь такой. Угу. Не страшно? Нет. Вот видишь. В той палатке мы спали. Так, Тима поймал щучку. Пусть пока она устанет. Небольшую. Ну, она еле сидит, аккуратно ее. Ай, Тима, ну ты чем так? Ну, зачем ты так дергался-то? Ну, аккуратно было. Ну, ничего, поймал ведь главное, да? Что, жалко щеку-то? Жалко. Может, еще что-нибудь поймаем. Обязательно поймаем. Вот,
сколько рыбы на эхолоте. На самом деле. Пап, есть столик же. А, да, тут есть столик точно. Маленький островок. Можно было сюда взять. Смотри, куда едешь. Траву не заедь. Красиво, смотри отсюда, в ту сторону, посмотри, как красиво. Вот, вот тут крутой склон начинается. Аккуратнее надо. Попробуем на поппер, потому что не клюет, не хочет клевать на спине, только трава.